Ну а сегодня к ужину я буду готовить вот такую вот прекрасную камбалу. Купила я ее в нашем местном магазинчике рыбном. Она была заморожена, я ее аккуратно разморозила. Готовим. Пару зубчиков чеснока, соль, эстрагон или по-другому тархун. Хорошенько все измельчаю. Немного масла. На рыбе делаю надрезы. Примерно вот так. Великолепная рыбка, кстати, вышла она недорого, рублей на 200 с чем-то. Рыбу я дополнительно еще немного присолила и натираю этой смесью. Даю немного помариноваться, параллельно отвариваю картофель и к нему делаю точно такую же смесь. Промаринованную рыбу перекладываю на противень и в духовку, разогретую до 180-200 градусов. Картофель мну, добавляю в него зеленый лук и ложку тархунного соуса. Все перемешиваю. На большое блюдо выкладываю пюре и на пюре великолепную камбалу. Приятного аппетита, друзья мои, и хорошего вечера.